У компании Richmonkey появился очередной инновационный продукт, который называется Tech Table. Это палаточный столик со встроенным в него портативным аккумулятором. Вы можете задаться вопросом, в чем же смысл подобного предмета. Скажу вам так, если вы отправляетесь на суточную рыбалку с ночевкой или даже на короткую дневную вылазку, возможность пользоваться электроэнергией на берегу водоема порой является очень необходимой, особенно если вы работаете на берегу или берете с собой семью. А сейчас я подробно ознакомлю вас с некоторыми характеристиками этого столика. Каждая ножка имеет пружинный шарнир. Мы отказались от винтовых фиксаторов, защелок или чего-то в этом роде. Вы просто раскладываете ножку, и она автоматически встает в нужное положение. Все ножки являются телескопическими, поэтому вам больше не придется беспокоиться о неустойчивом шатком положении столика. Он всегда будет находиться в ровном положении. Ну вот и все. Очень стабильный и максимально прочный. Легко и просто регулируется. Отныне неровный грунт в участке ловли не станет для вас помехой. Перейдем к самой столешнице. В вашем распоряжении находится восхитительная, большая и просторная открытая рабочая зона. Мы решили не устанавливать никаких перегородок, что позволяет пользоваться как маленькими, так и большими коробками со снастями. Одним словом, чтобы вы не захотели поставить на столик Tech Table, вам не придется беспокоиться о том, что из-за перегородок этот предмет не поместится на столике. У столика также есть очень полезные высокие бортики, поэтому ничего не скатится с него, ваши аксессуары в полной безопасности. Теперь перейдем к лучшей, на мой взгляд, части этого столика. Это встроенный аккумулятор. Емкость аккумулятора составляет 9000 мАч. Вы можете вынуть аккумулятор и вставить другой аккумулятор, который можно приобрести отдельно. При помощи специального зарядника вы заряжаете ваши аккумуляторы, берете с собой на рыбалку и используете их при необходимости. Аккумуляторы можно заряжать через USB от более мощных портативных аккумуляторов, а также в машине или заранее дома. Все очень просто. Вставили аккумулятор и пошла зарядка. Переходим к имеющимся разъемам. Столик оснащен стандартным разъемом USB-A. Уверен, даже не надо объяснять, что это за разъем. Также столик имеет разъем USB-C с технологией Power Delivery. Это фантастическая особенность нашего нового столика Tech Table, поскольку если у вас имеется электронное устройство, поддерживающее протокол Power Delivery, наш столик зарядит это устройство так же быстро, как бы вы это сделали в домашних условиях. Спрашиваете новый технологичный столик Tech Table от компании Richmonkey у официального представителя в России компании CarpTime и ее региональных партнеров.